Ну, прежде всего, я из учительской семьи. У меня матушка меня учила первые 4 года. Она за 4 года мне не ставила пятерок, хотя и выучил страницы наизусть. Хотелось пятерку получить. Она сказала, моя главная задача – научить тебя трудиться, а дальше все приложится. А потом я попал к отцу, который преподавал большой цикл естественных наук. Ну и в целом, сестра у меня преподавала в университете русский и литературу. И сам я учителем сельской школы пошел в 17 лет, окончив школу с медалью. Учителей у меня много настоящих, но считаю, главным учителем прежде всего были родители. Отец как-то сказал, да помни, сын, ничего светлее, добрее советской власти не было. Она думала о простом человеке, давала простор для всех талантов из рабочей семьи. Потом у меня был любимый учитель, он же и ректор Орловского университета. Он у меня преподавал историю, Михалев Юрий Михайлович. А дальше был по жизни учитель Иванов Альберт Петрович, первый секретарь Орловского оргкома, который потом работал министром, один из талантливых людей. Мне кажется, у каждого человека есть свой учитель, своя стезя, своя дорога. Учитель – это главная профессия на Земле.